кинотеатрах IMAX все сделано для того, чтобы вы погрузились в происходящее на экране полностью. Первое – это картинка, которая задействует ваше периферическое зрение. Второе – это бескомпромиссный звук, который контролируется удаленно из головной кампании в Канаде. И третье – это специальным образом организованная геометрия помещения, так чтобы каждому зрителю было видно целиком всю картинку. В последнем поколении кинозалов IMAX также присутствует вот этот трехмерный звук. Колонок чуть меньше, чем в Dolby Atmos, но для этого зала их достаточно, и погружение происходит отличное.